На сцену приглашаются ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор Соколов Александр Сергеевич, и художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, маэстро Юрий Темирканов. Дорогие друзья, почти ровно год назад на этой святой сцене Юрий Катович Темирканов выступал не с этим великим коллективом, а с оркестром Московской консерватории. И это был удивительный дар великого дирижера Великой консерватории в год ее 150-летия. Может быть, не все знают, что в России Юрий Темирканов выступает только с этим коллективом, и он сделал единственное исключение, которое стало страницей истории и страницей биографии очень многих молодых музыкантов, которые в этот тот вечер были на этой сцене. Причем это была программа, прокофьевская программа, вы помните, что это был год Прокофьева, который Юрий Катович отрепетировал с этим оркестром, приехав за несколько дней до концерта. Вот все это вызвало просто прилив благодарности у Московской консерватории, у ее профессоров, у ее студентов. И на заседании ученого совета консерватории было принято решение. Темирканову Юрию Катовичу присвоит звание почетный профессор Московской консерватории. Сопровождение высшего звания Международного союза музыкальных